Друзья, привет! Если вы уже являетесь подписчиком моего канала, то вы, наверное, видели мои прошлые ролики из Арабских Эмират про учебу в Дубае, про изучение языков, про путешествия по Арабским Эмиратам, туристические места. В этом же выпуске я приехал в Международный финансовый район. И сегодня мы будем говорить про компании, работу, как здесь все устроено в Эмиратах, какие компании здесь есть. И, собственно говоря, вот я сейчас в самом центре Международного финансового района Дубая. Это Dubai International Financial Center. Прежде чем говорить о деньгах, прежде чем говорить о работе, о компаниях, мне хотелось бы сказать пару слов вообще о самом месте. Дубайский международный финансовый центр DIFC представляет собой экономическую зону в Дубае площадью 110 гектаров, созданную в 2004 году. В DIFC своя собственная, независимая, регулируемая на международном уровне система, куда входят система общего права, глобальная финансовая биржа, налоговый режим и большое бизнес-сообщество. В районе расположены сотни финансовых учреждений, в том числе фонды инвесторов, а также транснациональные корпорации, торговые точки, кафе, рестораны, жилые помещения, парковые зоны, отели и художественная галерея. Сообщество входит в топ-5 лидеров региона по спросу на жилье. Причем что-то для себя сможет найти каждый. Здесь есть и квартиры, студии на одного человека, и большие апартаменты с несколькими спальнями для семей. Есть и элитные пентхаусы. 25 600 человек. Это количество сотрудников, которые работают на территории финансового центра. Более 2900. Количество зарегистрированных компаний, в которых они работают. Более 40 представителей разных культур и национальностей, более 125 миллионов долларов объем инвестиций в финансово-технологический центр. Поменял я точку вещания свою, потому что, значит, там местная охрана ходит и говорит, что для того, чтобы снимать на вот такую камеру, которую я держу сейчас в руках, то есть не телефон, мне нужно разрешение. На телефон они сказали, можешь фоткать, но снимать типа нельзя. Не знаю, как они вот это определяют, что можно, что нельзя. Ну, короче, просто на профессиональную камеру снимать запрещают без разрешения. Нужно зайти, значит, на сайт к ним, зарегистрировать свои там намерения, данные оставить. Тебе должны прислать пермит официальный. Ну, короче, я пока еще этого не сделал. Честно говоря, не знал, что здесь надо разрешение. Но имейте в виду, если вдруг вы где-то что-то будете снимать в Эмиратах на профессиональную камеру, что от вас могут потребовать какие-то разрешения. Так вот, продолжаю я про этот район. Вот эти ворота. Вход в мир финансов, да, можно так сказать. Но это место не совсем только о финансах. Что мне здесь понравилось и что меня впечатлило? Здесь очень много всяких объектов искусств на территории. То есть ты просто гуляешь как по музею под открытым небом, можешь посмотреть разные инсталляции, очень прикольные фигурки, очень много воды, зелени. То есть просто приятно находиться. В 2019 году Дубай попал в топ-10 ведущих финансовых центров мира по версии Global Financial Centers Index. На сегодняшний день Дубай – это экономический центр региона МИАСа, куда входят страны Ближнего Востока, Африки и Южной Азии и связующее звено между Востоком и Западом. DIFC является фризоной, что значит, что она предлагает свои условия для создания и ведения бизнеса не только для тех, кто планирует вести деятельность в ОАЭ, но и для тех, кто планирует это сделать в других странах. А это значит, что здесь можно регистрировать те компании, что учреждены иностранными резидентами без необходимости наличия местного партнера в структуре. Если вы задумываетесь о том, чтобы создать и начать вести свой бизнес, вы можете подать заявку в DIFC. Для этого ее необходимо направить в реестр компаний, который занимается обработкой заявок. Бизнес, который возможно вести на территории центра, может быть связан как с финансовой сферой, банковское дело, брокерские услуги, страхование и другие, так и с нефинансовой. Финансовые, кафе и рестораны, искусство. Центр также сотрудничает с международными стартапами, развивающимися в сфере финтех, иншуртех, регтех. DIFC Innovation Hub поместил в себе более 500 компаний на стадии роста. Этот объект нацелен на создание новой экономической ценности, поощрение инноваций и талантов в инновационных секторах, в частности тех, что ориентированы на будущее. Поэтому и сам район двигается в направлении того, чтобы носить звание района будущего.
Еще что важно знать про это место. Об этом месте, но не совсем об этом месте. Финансовый район. И смотрите, сразу же у вас здесь напротив музей будущего. У меня есть отдельно выпуск про него, если вам интересен этот музей будущего. Это здание было признано самым красивым в мире. Если вам интересно, линк прикреплю, посмотрите про это здание. Реально, я был под впечатлением, когда посетил его. И дальше, если вы зайдете через эти ворота, дальше у вас идет авеню с магазинами, шопингом, галереями искусств различными. И вот так километр, и вы придете куда? Вы придете к самому большому моллу в мире. Я говорю о Дубай Моле. И там же самое высокое здание в мире, Бурдж Халифа. Уже, думаю, все о нем знают, видели его вдоль и поперек, и внутри, и, возможно, даже и посещали его. Так как 80% сотрудников различных сфер в Арабских Эмиратах составляют иностранцы, разумеется, финансовый центр далеко не единственная возможность найти работу в Дубае и вообще в Эмиратах. Молодые люди работают в сфере услуг – барменами, хостес, аниматорами, ресепшенистами. Так как в Дубае довольно много русских туристов, знание русского языка будет большим преимуществом. Быть может, работа в отеле выглядит не очень привлекательно, но не зря такую возможность называют бесплатным билетом в Эмираты. Зарплата на работе в отелях не самая большая. $400-700 в месяц. Зато, как правило, работодатель также предоставляет своим сотрудникам бесплатное жилье, питание, проездной, медицинскую страховку, а иногда еще и авиабилеты. Также, чем больше опыта работы в стране, тем больше вероятность, что зарплату повысят. Интересно, что касательно зарплаты, в стране имеется некая градация. Так, например, выходцы из таких стран, как Пакистан, Бангладеш или Индия, в которых экономическое положение не особо высокое, могут рассчитывать на начальную плату в $300-400. У жителей СНГ стартовые зарплаты начинаются от $1000. Самые высокие заработные платы, разумеется, у граждан Арабских Эмират. У них зарплата начинается от $5000 ежемесячно. Если у вас есть высшее образование и вы являетесь опытным специалистом в какой-либо области, то ваша заработная плата также может составлять $5000 в месяц и выше. Зарплата врача в Эмиратах, например, составляет около $10000 в месяц. Сперва, однако, вам необходимо будет подтвердить свою специальность, а также знание английского языка. Место. Dubai International Financial Center. А его также местные изначально прозвали Dubai International Food Court Center. Международный центр еды. Почему так назвали его? Потому что первоначально, когда его только открыли, здесь было небольшое количество компаний, очень многие офисы были не сданы. Сюда просто приезжали посмотреть, посидеть в ресторанчиках и покушать. Сам вот этот вот инновационный хаб мне напоминает чем-то торговый центр. Только вместо магазинов у вас компании или офисы, вот эти вот коворкинг пространства. Как правило, работу ищут заранее. В этом вам могут помочь специальные сайты Edarabia, Total Jobs, Indeed, Dubai Jobs и даже наш привычный Headhunter. Но можно отправиться на поиски работы и самому. Для этого не нужна специальная виза. Разрешается приехать с данной целью и в качестве туриста. Еще один способ получить работу в Эмиратах – это первоначально отправиться на курсы английского языка. Есть, например, языковые центры, как ЕС Дубай, у которых даже есть свой карьерный департамент. Вы можете начать учить английский язык и параллельно искать через него работу. Если вам интересно узнать больше про данную возможность, то переходите по ссылочке в описании к данному ролику. Ну и в случае, если вы успешно проходите собеседование, работодатель получает от Министерства труда визовую квоту, а вам отправляет договор. В договоре написана должность, место работы, дата заключения и срок действия. Далее работодатель занимается оформлением разрешения на работу. Таким образом, лично вам почти ничего не нужно делать для получения рабочей визы. Работодатель отправляет вам скан необходимого документа, с которым вы сможете спокойно пересечь границу. Если же вы приехали на собеседование лично, то вы подаете заявку на смену статуса. Одно из обязательных условий при приеме на работу – полное медицинское обследование в клиниках Арабских Эмират. Важно, чтобы было подтверждено отсутствие инфекционных заболеваний, иначе потенциальный сотрудник будет депортирован на родину раньше, чем приступит к работе. Срок действия рабочей визы составляет не более 2 месяцев. За это время работодатель должен передать паспорт иностранцам иммиграционную службу для вклеивания в него резидентской визы. Для этого нужно будет уже подать заявление на оформление местного удостоверения личности Emirates ID. С визой резидента иностранец может жить и работать в стране от года до 3 лет, в зависимости от контракта. Я говорил сначала про авеню, вот это как километр, который идет. Так вот, вот этот вот весь инновационный хаб,
он находится под землей вот этого авеню. То есть, грубо говоря, наверху, это вот где я шел, это вот как раз эта вся улица, а вот это дело здесь под землей. Причем вот это место будет расширяться. Что касается офисов, если, допустим, вы хотите там, да, здесь открыть себе какую-нибудь компанию, да, или представительство, значит, это место, ну, естественно, да, это международный финансовый центр. Естественно, что это место не будет стоить дешево, а точнее, ценник будет один из самых высоких на офисы именно здесь. Сколько же это стоит? Значит, офис на 10 человек может вам обойтись ориентировочно в 10 тысяч долларов в месяц. Естественно, зависит от того, что там вы хотите себе в офисе, каких размеров, но я вам просто говорю, средний офис здесь. 10 человек, 10 тысяч долларов в месяц. Друзья, если вам понравился данный выпуск, не забудьте поставить ему лайк. И обязательно подписывайтесь, чтобы увидеть новые ролики из Арабских Эмират. И не только. И, конечно, не забывайте заходить на мой второй канал Smaps Education, где я рассказываю о зарубежном образовании.